За этот год в стране произошло 250 дорожно-транспортных происшествий на ЖД-путях. В половине случаев были травмы людей. Такие ситуации обошли стороной Уссурийск. В 2013 году у нас подобных ДТП зафиксировано не было. Но правила проезда железнодорожных переездов некоторые игнорируют. Многие водители игнорируют такие правила. И в нашем Уссурийском городском округе уже есть нарушители. За 2013 год у нас привлечено к административной ответственности 22 водителя за нарушение правил проезда железнодорожных переездов. Основными правилами являются остановка перед ЖД-переездом при красном сигнале светофора и закрытом шлагбауме. Переезды – это объекты повышенной опасности, об этом не надо забывать. И участники дорожного движения обязаны строго соблюдать правила проездов через железнодорожные переезды. Вообще в Уссурийске 12 железнодорожных переездов. В этом году их ремонтировали. Поэтому при аварийной ситуации может быть виновен только человеческий фактор. Надежда Якушева.